Здравствуйте, на связи Игорь. В этом видео я хотел поговорить об онлайн Криптекс. Ты для начала что-то там делать. Для начала надо скачать программу, нужно надо скачать. Потом зарегистрироваться. Регистрация. Я уже тут есть, я войду сразу. Это Криптекс использует мощность компьютера для генерации криптовалюты. То есть вы тут зарабатываете от мощности вашего компьютера. То есть чем мощнее у вас компьютер, тем вы будете зарабатывать, как говорится. Сколько можно заработать? Тут можно от 1000, от 2000 и от 6000 в месяц. Но чтобы такие деньги зарабатывать, надо звать рефералов. То есть 1000 просто сидя и как бы зарабатывая на своем компьютере, это, думаю, так не пойдет. У вас должен быть компьютер, если вы говорите, ну, я думаю, 1000 за 20, чтобы вот зарабатывать такую сумму и новый. Чтоб такую сумму, наверное, 1000, 30, 40. Ну и топовые это 1000, наверное, уже от 100 000 и выше, тогда будете вы зарабатывать такие деньги. Но чтобы было, говорю, чтобы у вас такая сумма была, вот из этих трех, надо хотя бы звать рефералов научиться. Не умеете как, вы пишите мне в личку. То есть все это легко. Деньги-то получается от 10 рублей. Можно любую, ну то есть получать деньги в Киеве, в биткоины, скачать сначала, потом зарегистрируйтесь, потом включите программу и занимайтесь своими делами. И тем самым вы будете получать на свой кошелек биткоины. Вот мой доход. Работает комфортный режим. Доход в месяц 0,27 BTC, баланс 0,62, 209 кредитов, криптокредиты потом можно будет обменять на биткоины. Вот тут все надо вам настроить. Я помню, так что у меня был комфортный, когда вы уходите, ставьте на максимум. Поддержку, вот теперь можете тут доллары, евро, китайские, юани, рубли, гривны и так далее. То есть вот ставьте на русский, если вы русский. Ну, в принципе, все. Ничего сложного нету. То же самое, как и с Битрадио и как говорится, с автоматическим сайтом и цепи. То есть вкладочку открыли, закрепили и пошли заниматься своими делами. Как я и говорил, совмещайте, то есть полезные дела. То есть два бизнеса совмещайте в одно. Вот поставили на автомат, пошли заниматься своими делами. Я занимаюсь, как я говорил, нумизматикой, коллекционирую монеты. То есть у меня все классно, на автомате будет свой бизнес. И плюс и так далее. Вот суммарный баланс, криптокредиты. Так что ничего сложного нету. Кому что непонятно, пишите в личку. На связи был Игорь. Всего доброго, до свидания.